Подготовительные упражнения на координацию кругового удара ногой вперед в область туловища предполагаемого противника и удара кулаком вперед, перемещаясь вперед или назад в положение боевой стойки. Атака. Удар ногой вперед в голень впереди стоящей ноги. Защита. Подстановка колена под голень атакующей ноги и удар вперед передней частью кулака по туловищу атакующего.